Дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами Виктор, и мы продолжаем с вами прохождение метро 2033. В прошлый раз мы спустились из города по вентиляционной шахте прямо на станцию метро Сухаревская и тут же приняли нашего с вами друга. Так, ага, автомат. Все-таки берем мы автомат, наверное, меняем. Так, калашников мы поменяли, значит, на ублюдка. Точнее говоря, ублюдка на калашников. Нравится мне это слово, я могу его повторять очень много. И главное, он не матерный, но ругательный. Все думают, как будто я матом кого-то покрываю, но на самом деле это не так. А я такой, видите, прошаренный. Так, что у нас есть из оружия? Нам, наверное, по-тихому, наверное, надо здесь разобраться, мне кажется. Наверное, по-тихому. Так, как это лучше всего сделать? Паучки, привет. Какие они здоровые. Тихо, кто-то идет. Оп. Тихаря его. Что это? Так, там еще кто-то идет. Уж хороший прицел на пушке. Да я тебя сожрать, если первый не придешь. Спартан, чемпион! Так. Кто там куда бежать должен? Тихо. Так. Гранат у нас на максимуме. Так, ну как видите, мы здесь в тупике. Значит, со спины никто не зайдет. Но давайте потихонечку. Потихонечку продвигаться вперед. Будем выпиливать все, что видим. Так, здесь очко. Так, 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 тихо, мухи. Я вам не говно, чтобы на меня садиться. О, блин, заметку взял. Фига мне заметка. Я хотел лампочку выключить. Так, стоп. Блин, ну если я его жахну, он меня... Это там, там же он не только один. О, здесь их там несколько, блин. Что это было? Что за свист? Как будто... Нельзя же так. Так, никого вроде нет. А их не смущает, что здесь лампочки тухнут? О! Он один? Если он один, сейчас мы его чекнем. Так, как ножики менять, я забыл. Так, ножик. Нормально. Отдай мой нож. Ножик вернулся? Вернулся, отлично. Хе-хе-хе-хе-хе. Так, а что это за пушка такая? Пистолет, что ли, какой-то удлиненный. Ну, жалко, что вот не подписывается, что это за пушка. Какой-то автомат с глушителем, что ли. Ну-ка, давай попробуем наш пистолет заменить. Да, это какой-то автомат. А, это ублюдок с глушителем, ребят. Не, у меня калаш есть.
Так. О, блин, их там трое. Так, трое. Здесь двое. Еще палит в меня прям. Хорошо, что я темноту тут навел. Так, а там, кажется, один. Идем к нему. Ага, здесь секретные проходы есть. Давайте, подкрадывайся. У тебя-то что за проблема? Ёшкин кошкин. А я не послушался. Вот бы... Да ёлки-палки, а как их? Ой! Так, кто-то к нам идет. Кто-то в очко идет. Сейчас мы его чикнем. Очко где? Вон там. Он же нас тут не увидит. Ни хрена себе. Куда я ножик-то кинул? Куда ты в этом направлении? Во я даю, а? Во швырнул. А, вот он, вот он. Эй, не потерял. Шарики. Люстру выключаем. Так, давай, прекращай светить в мою сторону. Не, походу глюки. Походу глюки, говорит, действительно. Ребенок прибежал, говорит, папа, где мама? Блин, а как тебя взять-то в обиход, парень? А насквозь можно как-то через стенку его ударить? Тихо. Меня ищут. Я его убил или нет он того? Я не понял. Давайте, давайте, ищите меня. Короче, братаны, надо искать ложка этого. Ложка ищет, прикиньте. Ну чё, чё, нашли? Тот, походу, делал трупак, как ты его убил, просто очень интересно. Да чё мне от вас ныкаться? Я вас перебью потихоньку и все. С такой-то пушкой. Чара говорит, выходи. Сухар. Блин, куда я ножики-то дел? А, во. Да, я действительно его убил. Отлично. Что это за оружие? За оружие такое страшное. С кучей бонусов. Ну, где вы? Это враг или нет? Я не пойму. Ща вы меня? Как это патефон выключить? Уже хватит. Хе-хе. Ух ты! Ух ты, ух ты! Снайпер, что ли?
Ой-о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 й. Тихо, пошла говняшка. Ё-ма, маслины вышли. Маслины вышли. Что значит маслины вышли? Чё это он сдох? На свою же ловушку, что ли, нарвался? Прикиньте. А таз? Блин. Как я его упустил-то? Оп. Так. Кто такой? Чё носил? Так, ну остался один, получается. Слушайте, его кто-то из арбалета убил, получается, так? Что я из него дротик вынул. Говорить-то. Все пучком, пацанчики. Вот он. Найдем стопудово. Давай, давай, выходи. Давай, выходи оттуда. Ну. Да что-то походу делся куда-то. Что-то говорит походу делся куда-то. Так, ну что, кажется, я всех оприходовал. Классная пушка, хорошо, что я ее купил. Или я ее подобрал где-то, я уже не помню конкретно. Но это было отличное приобретение, я вам скажу. Так, сюда я пока не пойду, давайте обойдем все вокруг. Посмотрим, что они тут охраняли-то. Я думаю, мы можем с вами позволить себе свет. Ну, в принципе, здесь ничего такого интересного я не вижу. Что там? Там явно что-то в ящике хорошее есть. Но запрыгнуть не дают. Ну вот и все. Вот так вот, ребята, мы вас... Опа! А это кто такие? А чё их выпустить нельзя-то? Аэродром какой-то устроили. А как лампочку-то потушить? Прикинь, теперь лампочку нельзя потушить из-за того, что рядом там что-то организовалось. Пушка какая-то. Так. Ну что, наверх? Наконец-то я сменил музыку, ребят. Так, здесь у них койки. Когда стелс-экшен какой-то начинается, самому даже не хочется ничего говорить. А он ведь реально, а вдруг спалят? Или что-нибудь еще произойдет? На самом деле, конечно, понимаю, что это не так. Но все-таки все равно. Как-то стараешься себя очень тихо вести. Заходим. Прикинь, видел чувака, которого мы сейчас поймали? Нет. А кто это? Бурбон! Да, да ладно, хорош, чё, правда? Ну, без... Оп. А как туда это воздух накачивать? Я смотрю, у меня тут проблема с ним.
Смотрите, у меня 6. Было 8 с лишним. Теперь уже 6 осталось. Тихо, кто-то идет. Ребят, научите накачивать ружье, пожалуйста. Слушайте, я прям как стелс-экшн-мен. Этому ружью не хватает снайперку только приделать. Оптический прицел. Была бы вообще тема. А то они там шухерятся, но они там меня ищут, а я-то здесь. Блин, ведь не попадешь ни хрена ведь. Не попал, ты смотри. Найдем, говорит, лошару. Давайте, ищите лошару. Здесь лошар нету. Тихо. Нашли, да? Тихо, лампа. Ни хрена себе там кладет. Все. Успокоился. Шариком в морду получил. Он идет. Ух ты, спрыгнул. Куда почесал? Блин, как это все далеко происходит, а? Не видно. Прижал сучару. Кто кого прижал еще? Ну давай. Отлично. Высунул свою бошку. Что за пистолет, пулемет оптический какой-то? А можно оптику снять с одного места и другое кинуть? Так, деньги. Лампа. Патроны, лампа. О, здесь можно пройти куда-то. Там кто-то ходит. Или что, не понял, откуда здесь свет брался? Что так? Куда я пошел? Каких-то ящиках. Каких-то ящиках. Падай. Как я сюда попал? Тихо. Яйца ему. Промежду ног. Что это? Я покурил кальян, ребята, сразу так хорошо стало. Че он здесь курил? Ёлки-палки, у меня с управлением проблемы, народ. Я жму вперед, он приседает. Да ладно. Жму стрейф лево, он направо стрейфится. Жму стрейф вправо, он налево стрейфится. Офигеть. Что такое? Я что, сел на уголек? Перестань ты ходить-то, как, я не знаю, как лось какой-то. Во. Нормально заходил. Что это за кальян? Извините. Это я от переживания. Наркоман какой-то. Так. Ага. Еще наркоманы есть? Смотрите, я сейчас вас по запаху вычислю. Так, вроде больше нету.
Здесь я вроде всех уложил. Ой, ёлки. Упал куда-то. Ой, кажется, надо выходить отсюда. Да, вроде всех уложил. Ведь вообще кучненько лежат. Хорошая пушка. Правильно мне говорили, что это самая крутая пушка в игре? Реально тихая снайперка. Так, кажется, патрон я собрал. Так, отправляемся теперь. Поезд, наверное, прошерстим, пойдем. Так, закрыто, закрыто. Что это, походу, дело поезд тюремный, что ли, я не понимаю. Ой-ой-ой, бежим. Что-то я там дернул. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, как ты прошку снесу. Прикрой меня, да? Артём! Чё за... Че говорит за Артём? Убил, гад. Гад. Можешь опустить свое оружие, юноша. Ты кто такой? Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Когда сейчас появится тут, а я предпочел бы избежать нового края. Я возвращаюсь к Турлиновской. Здесь на Сухарицке. Что ж, могу решить. А, типа я сразу же начал уходить. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Вот кто Хан стрелял. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Слушайте, прям даже говорить не хочется, настолько атмосфера полна у игры. Я давно не встречал такой игры, в которую, знаете, не хотелось бы как-то комментировать происходящее, но и так все очевидно и понятно, и... круто. Ой. А? Я нашел. Я научился накачивать. А как спустить? А, вот, все, спустил. Фух, ладно. Ребят, неплохая миссия у нас с вами получилась, мне кажется. Что там? Так, куда-то я пришел. Тепло, холод. Здесь закрыто. Ну, погнали. А, это та комната, в которой я остался. А здесь Хан идет. Все. Стой, проход запрещен. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Почему? Видимо, здесь какая-то аномалия бешеная, стопроцентная. Они знают, что мы здесь. Трубы слушают. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Кто-то смеется. Ай-яй-яй-яй! Какого? Что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Ни хрена себе, что это была за рука?
которая меня ударила. Этот тоннель. А он знает меня. Пойдем. Ну, пошли. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключайся. Иначе нам придется остаться тут навеки. Слушайте, их даже собрать нельзя. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Что это там ходит черное такое? Блин, мурашки по коже опять! Мы должны обойти их. Не прикасайся к всему этому. Сосредоточься. Блин, а. Народ, у меня мурашки по всему телу вообще капитально. Так, паучачи тут зато живут. Мама! Где ты? Это ребенок там, смотрите, силуэт. Ну, уходи. И он так долго будет там стоять? А, здесь вообще нельзя пройти. Так, я не понял. Что делать? Долго стоять-то? Ой, он сказал не оборачиваться. Ну и что делать-то? Слушай, скажи. Ух ты! Жесть! Мамочки! Как я догадался-то, что надо сделать, я вообще не понял. Я вспомнил, что у меня зажигалка есть. Ну и решил, что айда-ка, я попробую-ка. В сторону, Артём. Призрачный поезд? Круто. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Круто. Круто замутили. Идем, идем, я только за. Так, 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 меня не забудь. Мне стрёмно, я не знаю как. Корни такие огромные проросли. Замри и смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Так. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Ну, пошли. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио. Офигеть. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Какие-то кастомаи лапы. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Понятно.
Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Жесть. Ты что, считаешь, что он живой, что? Кого он ищет? Или что? О, дьявол. Что такое? Страшно? Это не я. Куда? О-оу. Ну? Сосредоточься. Так. На чем? Или не пойти дернуть дверь? Блин, а я сейчас дерну, если меня убьет. Он явно от меня чего-то ждет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Активные грибы какие-то. Где ты? Где ты? Этот несчастный из Тургеневской. А, вот ты меня ждешь. Идем что? Же. Еще одно открывать? А, нет, это не открывается. Тихо. Я не хочу от него отставать вообще. Мало ли что произойдет. Сосредоточься. Опять мы в этом туннеле. Хотя не, здесь вот этот зубастик есть. Он говорил, что зубастики не ходят по туннелям. Что это за зубастики, я не знаю. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Я... Замри. Ого! О, шаровая молния! Ты искра! Круто! О, какой гул классный! Мы называем это аномалией. У нового мира новые планеты. Это меня, подожди, я что-то застрял. Она кого-то убила там, я не заснял. Она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Так, там гермоворота. Будь осторожен.
Что здесь такое? Скелеты прям валяются. Где ты? Так, от запись. Жесть, стрёмно. Слушай, что ты из калаша ни хреново убиваешь? Чудовище возвращается. Блин, мне ружат нету. Говорят, ружье лучше всё их убивает. На-н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 а! Калаш, хорош, давай, кроши! Хорош меня убивать! Ни хрена себе их тут! Я сейчас все аптечки пережру. Сколько их тут? Нормально, здесь парень какой-то с аптечками лежал. Фух. А вон идут же еще. О как. Прикинь, я вон знал, что она идет. Ого. Круто. Есть что собрать-то еще? Кажется, я все со всех собрал. Идем за дядькой. Он тут вообще прошаренный. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Фух. Фух, ребятки. Он такой спокойный, как танк. Так, мне фонарик надо зарядить. Артём, у тебя благородная и важная миссия. Но думаешь, это мотодрезина даже. Смогут помочь тебе. Или тебе просто больше не во что верить? Вот это вопрос хороший. Спасибо. Ой. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Классно. Хан привел меня на Тургеневскую. Проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Надпись Тургеневская. Cursed. Проклята. Станцию снова атакуют. Ну, ладно. Раз станцию атакуют, оставим это дело на потом, ребят. Мне кажется, очень неплохой отрезок пути мы с вами преодолели, и это было очень даже классно. Мне очень понравилось. А надеюсь, вам тоже, поэтому прошу вас поставить палец вверх. Действительно, это хорошая награда за отличное времяпрепровождение. Также подписывайтесь на канал, кто еще не успел этого сделать. Ну а с вами был Виктор, канал Витек Плей, и всем до следующей встречи, до следующей серии. Пока-пока.